Общипали, как цыпленка. Эй, играй дальше. На что, на свои драные штаны? На золотой зуб. А где твой золотой зуб? Вот мой золотой зуб. Сдавай. Нет фарта. Проигрались мы с тобой. Открывай рот, сейчас будем рвать зуб. Вот один конец привяжешь к зубу. Я сделаю тебе так, ты испугаешься, дернешь голову, и зуба нет. Тебе даже больно не будет. Чего ждешь? Это мой зуб. Слыхали, какой глупый? Он не твой, даже не мой, понял? Он ихний. Слушай, я думал, ты хороший мужик. Оказывается, ты плохой мужик, жадный. Сейчас я тебе голову откручу вместе с зубом. Ты что, безумной смерти ищешь? Дяденька, а вы можете голой рукой стенку пробить? Могу. Даже одним пальцем. Только запомни навсегда, мальчик. Эти приемы для защиты. И только для защиты. Сегодня я вам расскажу, как возникло искусство нашей борьбы. Известно ли вам, что в странах Востока воин мог зарубить нищего просто ради забавы? Разбойник приходил в дом безоружного крестьянина и брал, что хотел. И вот бедняки придумали приемы борьбы, которые могут защитить безоружного от любого обидчика. Этому я вас и учу. Защищаться, а не нападать, не причинять зла и наказывать злодеев. Я объехал весь мир и всюду учился приемам защиты без оружия. Кстати, очень многое я взял из вашей народной борьбы гюлеш. Все ли меня поняли? Начнем! Словом другу помоги, лишь когда грозят ему враги. Ты можешь силу духа и руки вложить свой гнев, удары и броски. Свое непревзойденное оружие для подвига готов и береги. Насилие точит сталь, но сталь его не вечна, а ты душою крепче стали стань. Когда чиста рука, человечный, рука крошит отточенную сталь.
веществом своим. И тем, что большинство смирилось с ним. Но разве мы с тобой себе простим? Когда мы злу урока не дадим. Я свое непревзойденное оружие с тобой соединим и победим. Насилие тонет сталь, но сталь его не вечна. А ты душою крепче стали, сталь. Я, когда чиста рука от цели человечной, рука крошит отточенную сталь. Я! Груди и бой в пути. Насилие точит сталь, но сталь его не вечна. А ты душою крепче стали стать. Я, когда чиста рука от цели человечной, рука крошит оточенную сталь. Я! А я... своим и тем, что большинство смирилось с ними. Но разве мы с тобой себе простим, когда мы зло урока не дадим? Я свое непревзойденное оружие с тобой соединим и победим. Сильно хочет стать, но сталь его не вечна. А ты душою крепче стали стать. Рука крошит отточенную сталь.